19200 на новом канале. Давайте 20 тысяч сегодня, и я провожу стрим. Потому что вчера не набралось 19. Вот сегодня уже 19200 есть. Вот 800 человек, я уверен, что вы сможете подписаться, ребята. Короче, первая ссылка в описании, там только Майнкрафт будет выходить. Только Майнкрафт с монтажом. Поэтому 20 тысяч сегодня делаем. И я сегодня провожу стрим на основном канале в 19:00 по Москве. Так. Я стал ассистентом клоуна на 24 часа. Ну, как вы заметили, 0 просмотров, только что выложен ролик. Ну, я ставлю свой 60-й лайк, Владу Ачти. Вы нам тоже ставите, погнали. Нет, Владик, ну ты очень плохо меня знаешь. Я способен обыграть тебя в любой. Слышишь меня? В любой игре. Ага, конечно. Да, да, давай возьмем хотя бы хоккей, да? Ты же любишь хоккей, все это знаешь. Я хоккей люблю, это так, ты давай. Меня плохо знаешь. Я тебя в хоккей просто уничтожу, просто размажу, а тебя вообще места не останется. А он вроде бы раньше хоккеем занимался, если я не ошибаюсь. Да вот нос твой останется. Да так? Да, вот так думаешь, так, да? Вот так, да. Да, мы сорвемся в хоккей. Давай. Я, ты, хоккей. Кто кого? На что спорим? Кто проигрывает, тот становится ассистентом на 24 часа. Клоун-ассистент, это будет весело. Ну давай. Все, тебе хана. Ты у меня будешь... Ядрись, колотить, чем будет прикол, походу, реально. Конюшки убирать, я тебе заставлю машину мне помыть. Давай, балаболь. Встретимся на ангаре через час и узнаем. Все, тебе хана. Кстати, только что ролик выходил про Эдисона, идите смотрите. 20 тысяч на канале делаем, и я стрим сегодня провожу. Вот, ребят, помогите вашей поддержке. Вот, считай, будет на мою днюху будущую, день рождения. Вот. Поздравите меня хоть. 20 тысяч, давайте сегодня. Ну, 800 человек, это же немного, а? Вас смотрит-то реакции наши по 40, по 50 косарей. А вы даже не можете 800 человек подписаться. Давайте сделаем, а? Я тебя уничтожу, я тебя в порошок сотру. Ну что, клоун, поехали. Че стоишь? Что? А где твоя форма? Я вот взял конечки, перчатки. А, он имел в виду про аэрохоккей. Влад, дурашка, форма не нужна, ехать никуда не надо. Мы играем в аэрохоккей. Погоди, стой. Это какое-то читерство. Мы же договаривались играть в хоккей. Шайба, клюшечка, опа. Да какое это читерство, Влад? Правилами не было оговорено, какой хоккей. Так что все. Забей и играй со мной. Нет, Влад, хана, Влад. И ты зассал. Чего? Да я тебя в любой хоккей вынесу. Даже хоккей на траве тебе сделаю. Давай играй. Давай, клоунская резуха. Не так-то просто оказалось, да? А ты неплох, Влад. Я учился в шаолинской школе клоунов по хоккею. Так, одна шайба еще ничего не значит. Это значит все. Блин, автогол. Так, давай до трех. Да мне напряг... Два раза проиграл. Мясо не нужно. А, 3-0, детка, 3-0. Кажется, кто-то становится моим ассистентом на 2. Да ну ты гонишь так быстро. За 4 часа. Ладно, проиграл так проиграл, только засеку время. 24 часа ровно, время пошло. О, я как раз придумал первое задание. Никуда не уходи, ассистент. Все, иди, сумасшедший. А может вообще мне убежать или спрятаться? Он же меня надурил, считерил. Ну хотя, блин. Кстати, сегодня еще на Олеже выйдет ролик, не забывайте. Олежа, да. Нет, я же проиграл в хоккей. Да, он не уточнил в какой. Нет, все-таки я соглашаюсь на его челлендж. Ведь слово нужно держать. Это вообще самое важное, я считаю. Вот давайте, кстати, покажу, как это работает. Повторяйте за мной, зрители. Так, я обещаю подписаться на канал А4. Я обещаю подписаться на канал Майич, ребята. Сделайте это, пожалуйста. Так, давайте, если пообещаете. Да я уж подписан, Влад. Вот правда. Все, кто... Давай. Меня королем. Время ничего гулять и нести себе. Мой подол. Я не чувствую, что ты его взял. Я все взял. Блин, как унизительно. О, мой дорогой, это всего лишь первое задание из многих. Я чувствую себя словно ребенок в кондитерском магазине. Столько возможностей. Я даже не знаю, с чего начать. Подписчики, помогите мне. Напишите в комментариях, чтобы вы попросили у Влада, если бы он... Давай. Вот напишите в комментариях у нас, что бы вы попросили у Влада, если бы он стал вашим ассистентом. Слушай, клоун, я тут тебе хотел сказать, что ты вообще в курсе, что мантия вообще не делает тебя великим? Стоя! Влад, с этого момента ты должен обращаться ко мне только король-клоун.
кричи теперь. Славься, король клоун. Славься, король клоун. Что я не слышу? Славься, король клоун. Ага, вот так-то лучше. Еще давай. Славься, король клоун. Так, стоп. Что это за бескусица? Это никуда не годится. Это нужно срочно заменить. Да нельзя это заменить. Это мне кого... Нет, нельзя. Это будет очень плохо. Нет. На день рождения подарила. Меня это не волнует. Как? Здесь должен стоять мой портрет. У меня нет твоего портрета. Влад, ну такой же ты дурачок. Нарисуй. Что за слуги бестолковые? Кстати, и король... Мне это надо будет отпустить вашу мантию. Черт, портрет или мантия? Ладно, пока рисуешь, можешь отпустить. Славься, король клоун. Сейчас нарисую. Он мне нравится. Вот высокомерно. Вот так. Нет. Ну, вот так. Нет. Вот так. Отличная поза. Кто бы сомневался. Рисуй. Рисую я. Уже все? Нет. Ладно. А сейчас? Да не, погоди, я только рот. Да клоун, хватит, он только начал. А ты нарисовал мне мышцы? Нет. Ты очень своевольный слуга. Мне кажется, нам с тобой стоит чаще общаться, Влад. Ты вроде неплохой парень. Я с тобой буду общаться только за лайки. Подписчики слышали? Лайк. Мне не нравятся эти мазки, Влад. Это твои волосы. О, Влад, а вон там на стене тоже твоя картина? Да. Надеюсь, твои навыки улучшились с того момента. Ну да, как скажешь. Поняли, да. Ну, я уже ближусь к концу. Я весь уже дрожу от нетерпения. Блин, Влад, я твой король. Если я говорю быстрее, ты должен делать это быстрее. Все, готово. Нарисовал. Сейчас я закрою глаза. Я надеюсь, что я расплачусь от счастья. Да нет, прикольно получилось для Влада, два, я считаю. Два, три. Вот. Что это за мазня? Эй, да круто вроде получилось. Фигня! Мне не нравится, рисуй по-другому. Не можешь сам нарисовать, найди кого-то другого, кто сможет это сделать. Тау! Мантию мою подними. Другого? А что, сразу нельзя было так сделать? Алло, мне нужно нарисовать клоуна. Вот, сюда, проходите. Ну вот, собственно, натура, которую нужно нарисовать, вот. И нарисовать величественно. Я попробую это сделать. Ты, Влад, пока сгоняй за водичкой, я хочу пить. Иди сюда. Ставить вас двоих? Хайзе, не позорь меня, пожалуйста. Иди отсюда. Поза. Давайте вот, вот так вот. В этой позе вы можете отчетливо видеть мои мускулы. Кстати, может у вас есть какое-нибудь желание? У меня есть один маленький друг, который может его... Нифига себе, она клево рисует. Исполнить. Клоун, держите, вот ваша водичка. Вот, кстати, и он. Мне желание только быстро вас нарисовать. Ладно. Король клоун, водичка. Иди отсюда. Уже все? Нет, еще нужно подождать. Уже все? Шарши рисуется не так быстро. Да что же вы все об одном и том же. Влад! Что? Принеси мне подставку для ног. У нас такого нету. Тогда сам на колени. На. Ка. Мамочки. Не. Может, лучше на диван? Может, лучше ты заткнешься? Диван реально не ничего. Ничего, ты тоже давай. Клоун, да ты обалдел, блин. Вы видели это? Это жесть какая-то. Ты мягкий. Жить в кайф. Все, портрет готов. О, ой. Давай. Кыш. О, какая красота. Вау, нифига. Это реально очень клево, ребят. Ну прям вообще клево. Даже не знаю, какие слова можно еще подобрать, но это круто. Вот, учись, салага, вот что значит старание. А не твоя вот эта вот всю-всю-всю-всю-всю готова. Мазня, да? Ну... Не, Влад тоже старался, он как бы, ну реально хорошо сделал. Надо заменить портрет одного короля бывшего на портрет другого нынешнего. Держи мантию. Ой, ты ж моя ну ты прелесть, даешь. Как вы красавица, божественно, боже мой, я люблю тебя, вот теперь все на своих местах, так что дальше. Молодец, девушка очень круто нарисовала. Придумал. Будешь зарабатывать мне деньги, Влад, жди здесь. Ну-ка. Иди переодевайся и будешь зарабатывать мне фотками с попугайчиком. Ну как? О, знаменитый костюм Джека Водогрея тебе очень к лицу. Водогрея? Осталась финальная часть. Тебе понадобится вот это. Через 15 минут я проверю, сколько ты заработаешь баблишка для нашего королевства. Понял. Вперед, юн. О, у него попугай слева. Вау, круто. Да. Рома. Слушай, у меня аллергия на птиц, поэтому убери, пожалуйста. Да, все, убираю. Ну, фоточку, вот, 5 баксов. Нет, все, до свидания. Молодой человек, а вы, может, хотите фоточку с попугайчиком? Супер, давай. Вы... О! Ой, батарейки закончились. Вообще не понимаю, как зарядить эту штуку? Вы видели отсылочку? О! Это чувак, короче, который, походу... делает эти... превьюшки. Превью это...
картинка, вот видите? Да-да-да-да-да, это он, короче, делает. Бро, круто делаешь. Это я так, если вдруг он смотрит нас. Ой, батарейки закончились. Вообще не понимаю, как зарядить эту штуку. Да. Лошара. Подбирай словечки, я тебе сейчас вообще... Что, прости, попугай это говорит? Да ну нафиг. Тупая глупая птица. А на тебя никто не подпишется. Чего? С чего ты взяла? Конечно, подпишут. Ни хрена себе! Они тебя никогда не слушают. Я прик... Ребят, хотя бы раз, пожалуйста, послушайте. Первая ссылка в описании. Вот прям первая под видео. Подпишитесь. Давайте 20 тысяч сегодня сделаем. И я тогда на 2... Вот 25 тысяч подписчиков, как только стукнет, я первое видео выкладываю с Настей. Давайте подпишемся. Вот 25 тысяч подписчиков, я выкладываю видео. А вот на 20 сегодня делаю стрим. 800 человек. Давайте вот всеми усилиями. Подпишите, пожалуйста. Сказываю, не подписывайтесь. Чего? Да тебя никто не послушает. Ребят, вы что, будете подчиняться приказам этой птички? Вот возьмите и подпишите. Да не под... А не забывайте, кстати, еще самое главное, включить уведомления, колокольчик, а то же вы не узнаете, когда видео выйдет. Ну вот реально. Пишется, посмотришь. Вообще, не мешай мне деньги зарабатывать. Эй, Владикус, как успехи? Сколько заработал? Ну слушай, мне все должны к вечеру отдать деньги, ну там немножко. Ты просто черная дыра в моих планах стать богатым и успешным. Ладно, иди переодевайся, пойдем дальше. Славь! Ничего не получается. Ты король, клоун! Зацени, машинка Глента. А давай-ка мы подарим ему заряд красок, а? Беги на склад за красками и не вздумай говорить Гленту. Понял меня? Да. Отлично, бегом. О! Это плохо. Давай, парень, я... Это фигово. В тебя верю. А что рисовать, есть пожелания? Да, напиши. Глент. Позер. Напишу в каком-нибудь самом невидном месте. Эй, что ты сказал? Невинная песня. Невинная песня. Это типа, клоун думает, с чего он это сказал? Глент Позер. Все супер написал. Дальше что? На свой вкус. Бензин. А, типа залей бензин. Получилось? Вот другое дело. Нарисовал попу, я понял. Я так вижу. Нормально. На капоте давай дизлайк. Слушай, ты креативный парень. А ты шнырек. Шнырек. Блин, ребят, я не знаю, как дизлайк рисуется. А, все, понял. Стрекозу без головы. Мне кажется, даже получится стильно. Какой-то артхаус, Влад. Обязательно напиши, это сделал А4. Ах ты. Это очень плохо. Вот. Ставить мне решил! Вот, может, потом получится объяснить ему, что это как бы задание и все такое. Ладно, что-нибудь придумаю. Ага, блин, рядом с коровьей жопой. Я думаю, тачка. Ты готова. Ему не понравится. Ты знаешь, Влад, что-то мне голову напекло. Хочу спа-зону на крыше офиса. Мне понадобится где-то часик. Даю тебе 10 минут. Или пойдешь стирать мои трусы. Где бассейн? Мотивация штука такая. Ладушки, где мой пляжный наряд? О. Нормально, слушайте. Вот эта картина у нас, только не понимаю, почему. Нифига себе, они прям на крыше. Вот ты все еще сидишь. Я это местечко грел, все готово. Без спасательного круга не полезу. Чего? Да здесь же мелко, по щиколотку. Ты забыл, кто твой король, тащи надувной круг. Быстрей, фастер, фастер. Фух, устал он. Фастер, фастер. Давайте, вот круг в виде пончика. Молодец. О, погоди, Серег звонит, сейчас подниму. Стоп, скажи ему, чтобы пришел в карнавальном костюме, потому что сегодня карнавальный день. Серег. Вот говнюк. Так, слушай, тут, короче, повод такой. Все сегодня приходят в костюмах разных, только веселых, смешных. Да, пойдет, классный будет костюм, давай. Красава, Влад, ты прям как настоящая крыса. Он меня убьет. А, Отя, разминка. Нет, ну это реально забавно. Кстати, слуга ко мне. Хочу, чтобы была пена. Как на берегу моря. Что-нибудь придумаем. Это я и хотел тебя услышать. Вали. Я готов начинать. Пена для ванн со вкусом манго. Давай. Активнее пальчиком работай. Я хочу больше пены, Влад. Привет, Сочи. Пена, пена. Все, надоело. Хочу что-нибудь другое. Давай, давай, давай. Джакузи. Джакузи? Как я тебе сделаю тут джакузи? Ртом. Ладно, что-нибудь придумаю другое, поэффективнее. Знаешь, клоун, мне на самом деле твои... Пузыри, пузыри, пузыри пускай. Тебе тоже понравилось. Только я чуть-чуть ее модифицировал. Ого, вы посмотрите. Эй, что за фигня? На настоящем море такого не бывает. Пальмы не падают просто так. Это какая-то дешевая подделка. Надоело. Все, пойду загорать. А ты пока приберись тут.
Будет сделано. Все, починил. Молодец. Идеально. Салага. Идеальный слуга. Теперь намажь меня солнцезащитным кремом. Давай. Что за унижение? Ну, я больше с тобой в игры играть не буду. У тебя очень нежные руки, Влад. Так, теперь вот здесь тихо и секундно. Все, я справился. Ставлю тебе 4 звезды. Влад, а ты не заметил, что солнце быстро движется и почему-то, как ни странно, светит мне в глаза? Давай ты возьмешь зонтик и будешь двигаться так, чтобы мне в лицо не светило. Ну, вроде не так унизительно, как прошлое задание. Кайф. Левее, еще левее. Присядь на корточки. Отлично, отлично, теперь выше. Развернись. Скажи кукареку. Кукареку! Дурак, это же никак не связано с солнцем. Вот вы где! Так, Влад, это... Ой, Серега! По-твоему смешно? Я старался, выбирал костюм, а я прихожу в офис, а там все в обычной одежде. Все смеются надо мной, мне обидно. Серег, вообще это знаешь, чья идея? Ну, моя. Да весело, по-моему. Вообще не весело. С этого момента я на тебя обижен. Доволен. Да ладно, переживет. О, есть отличная идея. А давай-ка сыграем в баскетбол. Блин, теперь Серега обижен на Влада. О, прямо с крыши. Тащи мяч. Ну ладно. Держи. Только как ты тут собрался играть? Да очень просто. Опа. Почти попал. Эх, да. Почти. Если что, все выбрано профессионалами. Не пытайтесь повторить это в уличных и домашних условиях. На крыше не залезайте. Давай, беги за ним, чемпион. Что? За... Просто все застраховано и подстраховано здесь. Еще спускайся, Влад. Это же элементарно. Я играю, ты носишь. Несу. Фух, держи. Че так долго? И пошел. Ху! Несу! Ты еще? Совсем офигел? Ты что с тачкой сделал? Слушай, я не могу сказать, кто это сделал, но это точно не я. А что ты говоришь? Там прямо на машине написано, это сделал А4. Да, Глент, а вот ты вот прикинь, если это бы реально сделал не Влад, а там было бы написано, это сделал А4. Глент, ты реально бы пошел на Влада так кричать? Так не делается. Тебе типа, веришь каждому написанному слову? Знаешь, на заборе тоже много чего написано, как говорится. Но никто же не верит этому. Покрова места не оставлю. О, приветик, мои хорошенькие. А этот сумасшедший что тут делает? Долгая история. Ну, я его поручения выполняю 24 часа. Какие поручения? Иди мне машину мой. Слушай, ну, я не могу. Давай попозже. Мне надо и бежать. Помой мне машину. Ну, надо бежать, правда? Я тебе это запомнил, понял? Надо бежать, реально. Бегу к нам. Все, я наигрался. Надо придумать что-то новенькое. О, есть одна классная игра. Вот теперь Глент на него обиделся. Я как раз хотел ее затестить. А. Зови пацанов и встретимся через 10 минут на ангаре. Они не придут, братан. Серьезно, ты меня с пацанами поссорил? Влад, втумкай в свою голову, что меня это не волнует. Сам решай свои проблемы и исполняй мои приказания. Пойду извиняться. Ребят. О, пришел вражина. Слушайте, я это пришел, и мне нужна ваша помощь, ребят. А, вот как мы заговорили. Вот отдерешь всю краску на машине, помоешь, и тогда я тебя прощу. Отмою, хорошо. А будешь ее мыть в этом дурацком костюме, тогда я тебя тоже прощу. Ну ладно, ну тогда я начинаю, сейчас все будет. Ну вот, это, конечно, все прикольно. Ты сначала машину отмой. Начинаю, да? Начинай. Слушай, а забавно смотрится в костюме. Попой потряси. Давай, давай, или не прощу. О, да. Или не прощу, вот говнюк тоже, а. Ну, как батя учил, машину нужно начинать мыть сверху. Ну, со стекол, сверху, все верно. Иди давай. Что происходит? Я что-то пропустил? Да нет. Мне ж Влад каждый день машину до блеска моет. Вот сегодня решил чаевые от Сереги получить. Надел униформу. Ну ладно. Кобяков, ты далеко не... Уходи. Скоро пойдешь с нами заданица выполнять одно. Аккуратней с дисками. Все готово. Остальное там на солнце подсохнет. Ладно, вроде краску оттер. Я прощаю. Я тоже прощаю. Насчет этой помощи. Меня там клоун попросил с ним в игру сыграть. Там ничего такого. Но попросил, чтобы мы вместе были. Знаем мы, какие у клоуна игры. Опять запрет нас где-нибудь. Угу. Ну давай. Все равно сидите без дела. Пойдем поможем ему. Пойдем. В ангар, в ангар. И что это такое? Ну что стоите? Вы давайте поближе подходим. Сейчас клоун правила расскажет. Подходите, мои верно пол... Ничего себе, блин, прикольно. Подданные! Сейчас вы будете бегать по этим кротовым норам, а я буду лупить вам по башкам. Куда ты нас затянул? Ну прикольно будет, давайте, давайте, залазим, залазим внутрь. И давай, там вход, Сереженька. Красава. Влад, что там? Кто это сделал? Тебя будут все ненавидеть. Ну что, не попадетесь? Тебя будут все ненавидеть. Господи, почему такой смешной клоун? Под удар! Ножи, ножи, где, где, где?
Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не думайте меня на нее звать! Точно! Все, я устал. Я отчаливаю. Влад, убери здесь все. Ну все, пацаны, спасибо. На связь будем. Все, давай. Давай. Все, спасибо, ковяк. Ну а я сейчас буду убирать. Где здесь эта открывашка для воздуха? Сдувается. Прикольно, прикольно. Так, теперь, Влад, между нами у меня есть более важное задание. Дело в том, что мне не с кем встречаться. Как я тебе могу в этом помочь? Ничего себе! Я хочу, чтобы ты нашел мне девушку, Влад! Ну, ух ты! Я что-нибудь придумаю. Только ты это накидай, кто тебе нравится? Блондиночки, брюнетки, высокие, низкие. Мне нравятся циркачки. Логично. Влад, ты мой лучший ассистент. Лучший, потому что единственный, в принципе. Ну все, за работу! Вот, циркачки, я так и думал. Где мои девчулечки, Влад? Что это за место? Я решил, что тебе нужно приодеться и посмотреть себе какой-нибудь другой клоунский костюмчик. А то ты ходишь все хорошо, равно в том же, это же скучно. Вот, сейчас примерим. Может быть, желтый нос? Ну, а? Возможно, нет, это не такая плохая идея. Но столько костюмов? Ну нет, и всех их мерить так не пойдет. Да, надо, надо. Я говорю тебе мерить их за меня, а я посмотрю, какой лучше смотрится на тебе. И тогда уже надену его, по-моему, это гениально. Идея. Чего мы ждем? Дуй в примерочную. Я хочу шоу, я хочу модный приговор. Сейчас выберу костюмчик. Блин, мне все-таки так нравится клоун тем, что он харизматичный, он молодец, он прям круто делает. Это как вам? Пока буду уверен классике. Ну давай. О-ля-ля. Ну вот, как тебе? Удивился. А ну-ка повертись туда-сюда, чтобы я точно знал. На 360. Я клоун, я клоун. Я считаю, что... Не подойдет, не подойдет тебе. Мода давно прошла, где-то в 90-х был пик, но сейчас уже... Ну да, да. А ты раньше сказать не мог. Ну я не знал, как оно будет смотреться. Угарнул. Давай следующий костюм. Тоже не то. А тут уже что-то интересненькое. А мне вот не нравится. Вы посмотрите. Вау, какое жабо. А какой берет. Да-да, вижу. Берем? Такие костюмы были популярны в 19 веке в цирке, да. Это не стареющая классика. Но знаешь, мне кажется, что для современного свидания нужно что-то другое. Ну, тут мне, наверное, сразу переодеваться. Полный бред. Вообще, выгляжу как-то нелепо. Нет, нет. Это же просто пушка. Разрывная какая-то просто. Смотрите, какой речь стать. Юморишь. Айл, ты посмотри. Вау, ты прям долларовый миллионер. Все девчонки клюнут. Думаешь? Я буду клево в этом смотреться, да. Берем? Да, да, мы берем. Ну теперь это тебе надо померить. Ну хорошо, конечно. Стой. Там примерочная одна. И что мы там будем делать вдвоем? Да не, подожди, сначала я переоденусь и принесу тебе вещи. А. Оденься, ну, люди. Ну, логично. Ой, иди, переодевайся. Отлично. Вообще, этот клоун меня просто дико бесит. Когда этот челлендж закончится, ему все, хана. В следующий раз в ролик я его пущу. Только за 2 миллиона лайков. 2 миллиона лайков делаем. Меньше. Не знаю, если кому-то этот клоун вообще нравится, ставьте лайк под этот видос. Без лайков все, хватит. Зачем это терпеть? И опа! С костюмом разобрались, Влад. Теперь давай цеплять девчонок. Во, проходи. Ага. Сюда садись. Сейчас такое будет, вообще кайфанешь. Так, я в предвкушении. Короче, смотри, видишь кнопочка? Я сейчас буду приглашать клоунесс. И представляешь, каждая... Блин, интересно. ...для тебя подготовила какой-то особенный номер. Вау. Ну, если тебе кто-то будет не нравиться, ты... жмешь кнопку. Ты все продумал. Молодца. Прикольно. Все, я погнал. Приглашаю первую претендентку. Королева пантомимы Анфиса. Проходит. Вау. Влад, она какая-то... Она немая? И что мне с ней делать? Выбирай там. Привет. А вот мы... Вроде бы нашли коннект. А расскажи о себе. Сколько тебе лет? Дофига, да? 10? Я не понял. 10? 10? Ты что, тупая? Не все так. Извинись. Извини, ты что, тупая? Ладно, хорошо. Извини, ты что, тупая, блин? Я в курсе, что спрашивать возраст у девушек это некультурно. Погоди. Влад аж заржал, посмотрите на него. 10? Ты что, тупая? Не все так. Извинись. Извини, ты что, тупая? Ладно, хорошо. Да, он уже. О, она показала мне свое сердце. Понял. Да не. Поцелуй любит. Поцелуй? Губами? Да! Я таким не занимаюсь!
Ничего себе, ты такой необычный, слушай. Ну все это. Поцелуй для лузеров, бай-бай. Надеюсь, следующей претендентки будет лучше. Следующий! А я? Что я? Что я? Что ты? Следующая. Здравствуйте. Здрасте. Так. Она не разговаривает тоже, что ли? Разговариваю. Здравствуйте. Ничего себе. Меня зовут Зефирка. И у меня есть маленькая Зефирка. Да, пожалуйста, продолжайте. Фокус показывает. Ты запомнил? Вот в этой. Вот здесь, а? Да-да-да. Сколько еще можно? Что вот здесь? Я сейчас сам выберу. Угадывайте. О, с напором. Девушка с напором. Ладно, мне тоже кажется, что по центру. Но не потому, что это ты сказал, Влад. В центре выбираете? Да. Не угадал. Ну, черт возьми. Дай мне еще попытку, красотка, я исправлюсь. И, конечно, какая зажигалочка, а? Первый или второй? Ну, вот этот давай. Да чтоб тебя! Да в смысле? Я ж тебе послушал бы меня! Вот в этом вот! Что-то ты по центру говорил, самый первый вариант, который там был. Готов? Давай, давай, мать! Отказывайся, она тебе натурит! Не люблю шарлатанов! Не слышишь этот звук? Скажи мне что-нибудь, помоги мне, я не знаю, что сказать. Не надо тут цирк устраивать! Да, не устраивай здесь цирк! Следующий! Ой. Я не могу. Здрасте, здрасте. Какие симпатичные цвета. Да-да. Это не есть, это мне. Я умею жонглировать. О-хо-хо. Вау, прямо девушка. Вау, нифига, прикольненько. Да, ну хорошо, хорошо. А если мы ей накинем еще один? Опа! Слабо. Я четырьмя не умею. Ну все, отдыхайте. Ну, чем больше, тем лучше. Да разве не везде действует такое правило? Следующая. Привет, котики. Все, я чувствую, нашел свою девушку. Чувствуешь вайб? Вайб. Чувствуешь свое, да, клоун? Что вызывали? Вы готовы посмотреть на меня? Скажи, скажи, скажи. Вы готовы, дети? Вы готовы, дети? Да, капитан. Вперед. Так точно, капитан. Прикольная, прикольная, прикольная. Вы посмотрите, какая я виртуозная артистка. Не сдавайся, малыш. Как же она себя поведет? Давай смотреть. Но она как бы сама ушла. Никто не уходит от клоуна. Это я тебя прогнал. Передок... Блин, она же клевая была. Только очень быстро ранимая, да? Выгнал. Я ее выгнал. Все, я в порядке. Следующая. Добрый вечер. Какой красивый молодой человек. Почему вы грустите? У вас такой нарядный костюм. Вау, какая культурная. Я много о вас знаю, много слышала. И, может быть, вы сможете дать мне автограф? А, вот оно что. А я-то думаю, что-то здесь не то. Конечно, я вас ничего не знаю, извините. Я подготовила для вас номера, посмотрите. А как я могу отказаться? Конечно. Матка Боск, ты посмотри. Сразу три холохопа на себя нахолохопила и раскрутила. Можешь четвертый подкинуть? Не, не хочу, подожди, не порт мне малину. Ладно, ладно, ладно. Вау, она их жонглирует. Может, четвертый подкинешь? А что ты заладил, все? У него там... Да-да, а то не сможет. Что-то прикольное еще есть. Тебя охмурили. А сейчас немного... Вот я тоже об этом подумал. Романтического волшебства. Романтического волшебства. Вау, вот это, кстати... Она и шутит так мило. Почему она до сих пор стоит? Ей нужен стол. Она должна сесть рядом со мной. Моя самая горькая шоколадка. Присаживайтесь. Давай. Я клоун. Я клоун. А я Ляля. А вас как зовут? Ляля. Клоун его зовут. На ушко скажи, что не слушай. Как мило. Что? У тебя есть имя? Восхитить. Что? Почему ты не говорил нам? Ну, ужасно и прекрасно. Скажите, Лялечка, а что вы делаете сегодня вечером? Сегодня? Вот именно сегодня я полностью свободна. Тогда, может быть, я приглашу вас на романтический ужин? Может быть, пригласите? Точно приглашу. Точно? Да, спасибо. Одну минуточку, Лялечка. Подождите, пожалуйста, на улице. Я сейчас подойду. Так, слушай меня.
Я не имею права здесь напоганить, понял? Ты не имеешь права здесь что-то испортить. Сделай мне идеальный романтический ужин. Или я тебе такое нажелаю в самом конце, что тебе мало не покажется. Понятно? Во имя любви. Мог нормально попросить. Лялечка. Ух, ладно, с ужином облажаться. Она его охмурила. Нельзя. В этом мне может помочь Кобяков. Он-то в еде шарит. Алло, Кобяков, в этом помощь нужна твоя. Давай быстренько я сейчас адресок скину. Нужно организовать вечер шикарный с дамой. Да не мне, клоуну. Все, давай, жду тебя. Давай быстрее, скоро придут. Бокальчики, это им на стол, это им перед нашим грандиозным ужином. Детское шампанское. Хорошо, давай, помогай. Тортик? Да, приготовим им вкуснейший торт. Давай, Кобяков, ты тут развлекайся, а я пойду клоуну встречу. Владик, мы вернулись. Че, побежал? Иду. А я ему такой говорю, ты будешь сидеть в коробке свиных кишок. Какое юмора тонкое. Я больше всего рассмешил, что он шутил вот в таком именно плане. Знаю. Ваше детское шампанское. Это официант. Не обращай на него внимания, лялечка. Дай мне свою ручку. Не мылись давно, да? Картошку чистить. Не мылись давно? Боже, почему он так? Я не понимаю. Нет, в прямом смысле. Официант, что у нас сегодня на ужин? Чума! Нет, в прямом смысле. Сегодня можем предложить для вас фирменное блюдо. Тортик. Тортик, а? Влад, я не понимаю, как ты сдерживаешься. Скажите, Ляля. Можно маленький кусочек. Можно маленький кусочек. Все будет. Обалдеть. Ну как у тебя успехи? Все хорошо, уже вырезал коржи. Ну да быстрее, Влад. Они уже ждут. Так, ну, во-первых, тут спешить нельзя. Нужно же с душой, чтобы было вкусно. 5 минут, и все будет готово. Давай, если он будет недоволен, он меня заставит, там, не знаю, ботинки ему чистить. Так, все, у тебя 5 минут. Этот клоун со своими заданиями вообще достал. Влада еще припахал, а Влад меня припахал. Мне вот это надо. Ну ладно, только ради Влада стараюсь. Да то, ну, понятное надо дело. Надо выручать. Конечно. С таким тортом любая девочка раз... Кстати, молодец, хорошо сделал. Все, готово, ждем Влада. Ну, что? Вуаля. Слушай, ну неплохо. Ей точно понравится. Ну, спасибо. Итак, ребята, посмотрите на эту красоту. О боже, это шедевр. Очень красиво. Так. Самый красивый торт, который я видела. Спасибо. Я передам повару. Предлагаю попробовать, Ляля. Ого. Магия. Нифига себе, а как-то она вылезла. Спасибо, очень красиво. Так, ну что, вместе? Да. Попробуем, не отравлены ли, да? Вы первые. Божественно. Нормально. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Пойдет. Здорово. Ляля, позволите пригласить вас на медленный танец? Конечно. Хорошо. Официант нам сейчас как раз включит музычку, верно? Да. Все будет. Я люблю танцевать. А я нет, но ради вас. Вы такой... Нет, ну ради вас. Милый. Я стараюсь. Клоун молодец. Прогоняй. Челлендж все. Мой челлендж закончился. Красава, клоун поздравляю. Клоун доволен. Танцует свиданка. Блин, это было весело. Но хотя и немного унизить. Молодец. Да не, было весело. Если вам понравился этот ролик, то обязательно ставьте. Хотя не знаю. Решайте сами, ставить или нет. Хотите ли... Да не, я думаю, Чуков, ставить надо. Мотель, ставить лайк. Кобяков, пацаны. Клоун. Всем пока. Не, ребята, однозначно очень клевый ролик, реально. Короче, стрим в 19:00 по Москве, если 20 тысяч сейчас стукает. Сколько уже на канале? 19-200, все так и стоит. Вот давайте взяли, пошли и подписались. 800 человек подпишется, сегодня стрим будет. Короче, включайте самое главное уведомление на Майнич, там только Майнкрафт будет выходить. С вами был Бодя, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!